В этом видео я расскажу вам о тех, кого не стало в этот день, 14 января. Актер Анатолий Калабулин ушел из жизни 14 января 1981 года. Ему было 43 года. 14 января 2020 года не стало актера Андрея Калашникова. Ему было 64 года. Российский кинопродюсер Алексей Кублицкий скончался 14 января 2019 года. Ему было 46 лет. Британский актер театра, кино и озвучивания Алан Рикман ушел из жизни 14 января 2016 года. Ему было 69 лет. 14 января 2017 года не стало актера и режиссера Юрия Соловьева. Ему было 83 года.